16 сентября началась подача отопления в сады, школы и больницы Твери. По поручению губернатора Игоря Рудени, отопительный сезон в этом году начинается раньше обычного. Как правило, тепло в городе подключают в конце сентября. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Воспитанники детского сада номер 7 сегодня одеты легко. Отопление дали вчера вечером. К утру групповые помещения прогрелись до 23 градусов. Батареи у нас теплые, и дети находятся в комфортных условиях. Вы сами видите, что у нас очень тепло. В школе номер 18 центрального района теперь тоже не беспокоятся об осенних холодах. Отопление здесь включили накануне. Сейчас в здании комфортная температура. Вчера было как-то холодновато, а сегодня прям тепло. Очень было холодно вчера, а вот сегодня гораздо теплее. Дети были одеты всегда, там какие-то толстовки, мы старались одеться потеплее. Вот. А вчера уже к вечеру, вот мы оставались, то последний дорабатывали, уже прям хотелось переодеться в что-то более легкое. Вот. А сегодня, вот видите, я с коротким рукавом, дети в рубашках. Включение отопления на объектах социальной сферы проходит в соответствии с утвержденным графиком. Затем начнутся работы по пуску тепла в жилом фонде.